AS Game Pro представляет нашу вселенную. Галактика приветствует тебя. Меня зовут Адам. Сегодня у нас продолжение Dark Souls Remaster. Мы остановились на пути в ад, да? В пучину. Там сейчас будет тоже довольно темно. Я предлагаю для тех, кто будет смотреть с телефонов, так, где эта яркость, сделаем немножко поярче. У нас стоит по умолчанию, я ничего вроде не трогал. Вот, сделаем на единичку, наверное, поярче. Так, я могу пройти без яркости, но все-таки пощадим тех, кто будет смотреть. В принципе, не сильно ярче стало, но будет поинтересней. Что ж, присаживайтесь поудобнее. Скоро будет гореть. Любимая локация, да. У нас нет ни фонарика, у нас нет ничего. Погнали. Вот уже темнеет лестница. Слева. Здесь вроде ничего нету. Ну это вроде. Сейчас бы навернуться здесь. Спуститься. Точно ничего? Может я просто не вижу? Ага. Нам бы у костра посидеть. Да, тут решетка. Закрытая. Тогда вниз. Единственный путь. Вниз. Веселая локация нас ждет. Очень веселая. Так, лестница вот здесь. Кто-то уже стоит. Встречает. С дубинкой? Ага, недобрый. С дубинкой. А мы наверх. Какой недобрый. Ты не шутишь там, я смотрю. Полезешь за нами? Нет? Страшно. Ух ты, почти попал. Давай, падай вниз. Нет? Не хочет. Нет, упал. Ну и ладно. Чистая победа. Тактика зарешала. Да. Ну а что с ним тут драться на этом узком мосту? Один удар его дубины, и мы внизу. Не хочется как-то. Ой, там еще один стоит. Двое. Предлагаю сделать что-то такое же. Оп. Давай, иди сюда. Давай. Покажи свой лучший удар. Оп. Не упал. Миллиметр. А жаль. Он шел к успеху. Давай. Бей. Фу, давай. Да вот же я стою, давай, бей меня. Нет? Нам повезло в первый раз. Не хочешь? Он уперся лбом в лестницу. И все. О, полетел, молодец. Другое дело. Минус 2.
Вот это я понимаю. Вот это кач. Жалько. Жалько, только не побежал еще вот этот. Третий. Бежишь? Этот поумнее, нет? Ага, стоит, ждет нас. Чтоб не успели добежать. Пардон. Наушник поправить. Что ты стоишь-то? Не, ну ты, товарищ, за кого нас, собственно, принимаешь? За нубов, что ли? У нас лук есть. А? Получил? Ха. Мы подготовлены для таких случаев. Давай, давай. Бежит. Со стрелой в пузе. Нам бы только самим тут не навернуться. Ну давай. Давай, давай. Бей. Подождем, подождем. О, лучший удар. Погнали. Давай, 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 давай. Ну что ж ты задерживаешь-то? Люди ждут. Оп. Готов. Спасибо. Отлично. Идем дальше. Там проходик. Ну там мелкие. С мелкими мы уж как-нибудь разберемся. Я надеюсь. Тут еще лучники есть, вот самые противные. Нам их нужно избегать. Вон он, да, лучник? И не упасть еще нам бы. Еще бы нам не упасть. Оп, 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 о. Они жирные. Они довольно жирные. Рык. Четыре удара. Четыре удара — это не шутки. Сколько мы тогда бы этих толстяков тогда ковыряли? Ага, вижу стрелу. Кто-то бежит. Нам бы их не пропустить где-нибудь. Ага, вот он. У-у-у. Злые. Схватить нас хотел, а? Нас схватить? За что? Мы тебе ничего не сделали на тот момент. Душу с него забрали. Бежит еще один, бежит. Здесь мы торопиться не будем, конечно. Локация очень узкая. Постоянно какая-нибудь дырка мешается. Выносливости не хватает. Тут то дырка, то еще что-нибудь. А, вот этот лучник. А он нас защищает так? Да. А мы туда пойдем, нас сзади этот не накроет? А у нас выбора нету, нам нужно сначала лучника убить. Лучник два удара. Тихо, куда ты идешь? Не надо нам туда. Или надо? Или надо? Этот вроде не пошел. А нам нужно сначала сходить сюда. А потом уже дальше идти. Ты! Это что было? Оп. На, на. Хватило. Благо хватило выносливости. На тоненько вышли. Это повезло, что он не прыгнул на нас. Если бы схватил, то, думаю, было бы плохо.
Все? Душа гордого рыцаря. Ну, теперь идем дальше. Здесь вроде все их перебили. Сзади на нас теперь никто не должен там напрыгнуть. Пока, во всяком случае. Там бригада стоит. Здесь куда лучше пройти. Этот мост довольно опасный, неприятный. Или вот этот. Ага. Нас окружают. Отходим. Минус один. Схватить, ага. Главное, чтобы они не схватили, да. От остального можно щитом закрыться или еще что-нибудь. И отойти. А, так. Как нам дальше пройти? Побезопаснее. Здесь, конечно, можно туда попробовать прыгнуть. Но костер так далековато, если что. И там, по-моему, лежит какая-то ерунда. Это я помню. То ли душа какая-нибудь. Ничего интересного. Кто это? Где это? А, вот ты где. Схватить, ага. Хватать нас не надо. Следующий. Душа, хорошо. Здесь ничего? Точно? А не видно. Ну, если лут, то он бы светился. Правильно же? Ладно, лестница, идем. Кого ж нету? Да, видимо, здесь, конечно, ужасная. И даже очень. Пропустить здесь лута можно много. Просто не увидев его. Просто не увидев. Нам сюда спрыгивать-то можно? Или как? Вот не обвалилось еще. Такое впечатление, что там точно сейчас обвалится, если туда наступить. Большая душа пригодится. О, костер. Костер. А как нам туда быстренько пройти отсюда? Вроде дорога нас ведет сюда. Вот так вот. Так, этот замурован. Он сам вроде не должен выбраться. Если мы его не вытащим. Сначала так. Хорошо. Где-то тут собачки бегают. Тут лестница или что? Не вижу. Слышу, кто-то идет. А где? А где, не вижу. Лишь бы не сзади где-нибудь. Лишь бы не сзади. Ну сюда там и спрыгнуть можно. Тебя-то мы видим. Интересно, он сразу на нас прыгнет или попозже? Ну, вроде никто не идет, надо бы его, наверное. Ух ты, вот он. Оп.
Вот где лестница была. Я уже прыгать хотел. Хотя прыгнуть все-таки, наверное, надо. Потому что там что-то лежит. И здесь что-то лежит. И там что-то лежит. А как нам наверх залезть? А мы ж наверх-то и не залезем. Да, дружище? Как ты себя чувствуешь? Удобно тебе? Что ты там делаешь-то? Сидит. Самый верх-то мы здесь не можем запрыгнуть. Нет. Там лестница какая-то есть. А это слишком... Это ниже. Это ниже. Ну, лестница означает, что мы... Ой, что это? Можем, по крайней мере, вернуться, если что. А это ж костер. А это костер. Чего? Сначала костер, потом все дела. 33 тысячи у нас душ. Мы их сохранили. Качаемся. Нет? Поэтому встали. Чего это ты встал-то? Так. Что нам нужно? Нам нужна выносливость, сила и вера, да? Здоровье. Нам много что нужно. Сила нам нужна для улучшения нашего щита. Чтобы взять большой щит, это еще 20 силы нужно. 38, насколько помню. Много. А у нас проблемы. Сейчас у нас не хватает урона. Хотя бы плюс 2 сделать. Веру можем пока не трогать. У нас хилка, один слот нас устраивает пока что. А два слота, наверное, и не сделать тогда. Без кольца какого-нибудь. Плохо. Потому что нам бы хилку и какую-нибудь молнию пускать. Было бы просто замечательно. А, так, выносливость. Здоровье бы поднять. И, наверное, еще силу. 21 сила. Вот так вот. Вот так вот. 33 уровень у нас. Здесь... Опустошение пока мы обращать не будем, это не то место. Возжигать. Да, наверное, тоже ничего не будем. Починить, надо посмотреть. Надо посмотреть, вот меч. Щит почти не ломается. Да, почти у нас ничего не ломается так. Нас редко бьют. Вот так. Все, ну теперь, если что, не так страшно. Помирать будет. Не, можно, конечно, вернуться, забраться, прыгнуть вот туда. Но это такая трата. Это такая трата на самом деле. Не будем мы этим заниматься. Это опять наверх лезть, опять всех там. Убивать надо заново. Ага, где там они? Нас чуют или как? Нам куда вообще нужно? Я-то и не помню. Я-то и не помню. То вниз это факт. Не, здесь мы не пройдем. Ладно. Там надо полазить, собрать лут. Там дорожка, собачка. Понятно. Здесь я тоже вроде собачки. Да, вон они бегают, собачки. Мы их можем так приманить.
Ух ты. Тут не просто собачки-то. А? Хоть не попали, ну что ты? Сзади, сзади, сзади нам конец. Похоже. Ого. Что это было-то? Ага, схватить. Не схватил. И увернулся. Молодец. Оп. Стена, стена, стена. И добиваем. Все. По идее, там еще один наверху, да, остался. Так, нет, не это. Вот так, вернемся. На всякий случай. Сходим сюда. Хотя бы посмотреть. Ой, лучник, вот это плохо. Ой-ой-ой. Отступать надо. Так, 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 вот так. Убил, хорошо. Яд сейчас нас покарает. Яд сейчас нас покарает, если, конечно, мы чего-нибудь не найдем. По-моему, вот этот. Да. Еще хильнемся. Так. Один выстрел, и все. И яд уже на нас. И как нам быть? Мы, по крайней мере, этих убрали. Как бы нам этого лучника там достать? Он-то сейчас может и тут у нас стрелять, если мы пойдем. Ой, ну они все респанулись. То есть так все нудно. Что мы там пропустили, не взяли? Надо сбегать бы. Можем аккуратно это сделать, интересно. Надеюсь, что можем. Вот так сюда. Прыгнули. И здесь как? Прислушиваться надо, чтобы никто не подкрался. Душа. Ну я же говорю, всякая ерунда лежит вот это вот. Только время на это тратишь. Там вот мы пропустили немножечко. Туда запрыгнуть не так-то просто. Я даже не помню как. Тут есть лестница. А, ну тут есть лестница. А мы здесь и не были. Куртка тени. Да, наборчик такого. Ассасина. Здесь надо нам что? Да что вы нервные такие? Да, они пошли-то. Здесь есть проход, ну? Ух ты, ух ты. Сзади. Ой, ну камера. Что ты творишь? Камера творит просто что-то. Ничего не видно. Ничего не вижу. Вообще ничего не видно. Ладно. Какая-то разборка в ночи в темном переулке. Еще? Они так быстро еще на нас побежали, добрались. Нам нужно спрыгнуть вот сюда. Душа. Опять душа. Ну, ладно. Душа так душа. Пригодится. Все?
Как нам теперь отсюда выбраться? Внизу куча собак. Как нам выбраться, чтобы по-безопасному? Вот здесь? Да что ж с этой камерой? Просто какой-то кошмар. А не камера. Кто? Кто и где? Собаки. Но собаки внизу. Там лучник. Не видно его точного местонахождения. Ладно, тогда сходим в эту сторону. А может и не в эту, я не знаю куда. Снизу проход идет туда или отсюда проход идет туда? Откуда-то и ведет проход. Ладно, попробуем увернуться этих стрел. Где вот он? Нам его как-то нужно поймать или достать. А, прям вон там он. Тогда мы здесь в безопасности должны быть. Вроде бы. Так, там что-то слизистое. Не совсем понятно. Не совсем понятно. Такая вот локация. Сейчас мы пойдем туда, и лучник забегали что-то там внизу. Может, тут лестница где? Есть, а я и не вижу. Не вижу. Но если есть, они поднимутся к нам. И мы об этом узнаем. Но они куда-то бегут, да. Просто здесь этот лучник, он все здесь очень сильно мешает. Очень сильно он нам мешает. Да, мы можем спрыгнуть вниз вот сюда, например. А что нам это даст? А если пойдем сюда, сейчас нас лучник попадет, опять отравит. Явно. А что делать? Ну, путь какой-то есть. В потемках. Блядь, нет? Тут вот есть лестница. Тут есть лестница. И там есть лестница. Никого? А где они все тогда? Ну ладно, спускаемся здесь. Вот мы здесь. А куда они убежали в таком случае? Они же где-то здесь бегали. Рычали. А, вот, иди сюда. Убежал. Давай, давай, давай. Это мы собак обошли, получается, что ли? Или там есть еще один какой-то путь, о котором мы не знаем. Давай. Поднимаемся, не стесняемся. Вот это вот. Так, вот один есть. Встали там. Да куда ты? Что ты делаешь? Я лут хотел взять. Я всего лишь хотел взять лут. Ну-ка, ах ты, бэкстоп. Бэкстоп, бэкстоп. Почему ты так с нами поступаешь?
сломанный прямой меч, с которым мы начинали игру. Спасибо. Все. Нас тут пытаются просто везде напарить, обмануть. Прям-таки везде. Еще душа. Кто бы сомневался. Здесь лестница, там лестница. Везде одни лестницы, и непонятно, куда идти. Попробуем сначала сюда. Еще от костра налево проход был. Еще душа. Еще душа. Побольше. Еще лестница. О! Что, прям сюда идет? Йоу! Шухер! Сюда нам не надо такого счастья. Он прям сюда прибежал. Ух ты! Куда это, интересно? К лучнику? К лучнику! Отлично. Лучника завалили. Теперь лишь бы не отдохнуть у костра случайно. Хотя, если мы уже это пройдем, то и отдохнем у костра. Какая же локация такая? В напряжении держит, просто в напряжении. И видно плохо. И видно плохо. Как бы нам этого толстяка-то разобрать? Там же кто-то стоит, да? И это ваза какая-нибудь. Это мы оттуда вот вниз. Там еще была лестница вниз. Проход вниз. Но оттуда выбежал этот толстозадый. Может, он упадет где-нибудь там, нет? Где он вообще? Он исчез. Он исчез. А здесь что? А здесь, ага, ясно. Здесь бежит, бежит, бежит. Оп. Два, три. И не хватает выносливости. И не хватает выносливости. А как так-то? А должно хватать. А должно хватать-то. Да, мы вот идем, 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 и в итоге пропускаем все равно. Чтобы нам не пропускать, нужно возвращаться. А мы так хорошо собак обошли. Там 4 собаки. Целых 4 собаки. Так, это мы... Это мы вообще где? Это личинка? А она бьет нас или, или как? А, ее отсюда, по-моему, не убить. Надо было с той стороны. Да, это, наверное, надо было с той стороны ее убить. Как-то там. Тут она нас не пускает. Это же лучник стреляет? О! 500 душ, это здоровяк упал? Это здоровяк упал? Почему нам тогда заросли дали? Здоровяка заросли? Но если это здоровяк упал, то это... То это супер. Правда, там их может не один быть. Там их может и не один быть, поэтому да. Тогда спускаемся вниз. Аккуратно. Не видно, правда, ничего. Вот
Кто это ходит? Непонятно. Блин, опять этот толстяк здесь. Как? Давай, мы вот здесь, иди сюда. Бей, прыгай там или что-нибудь. Оп. Надо его как-то выманить подальше. А, там этот столб. Столб мешает. Ну и все, видимо. Лука-то мы в него не попадем отсюда. Что ты? Вот так вот. Не отсюда мы, не отсюда. Не, сверху-то мы, конечно, можем на него прыгнуть. И промазать тоже можем. И вниз он нас скинуть тоже может. И начинать все сначала тоже можем. Мы вообще все можем. Опа, 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 опа. Это еще что такое? Чего этих нам тут не хватало? Летающих. Значит, нам либо отсюда тогда уйти надо. Значит, не он упал, а другой толстяк. А как нам здесь тогда пройти, если мы спрыгнем и побежим вперед? Он ушел. Блин, как же с ним драться здесь неудобно. И скинуть мы его тоже так не можем. Если мы побежим сюда, то тут личинка эта нам мешается. Она какая-то нервная. Ее бьем вообще, нет? А, вон ХП есть, да. Стрелы жалко. Стрелы-то жалко. Может, какой-нибудь... Наводка есть? А, наводка есть. Можем взять какой-нибудь, не знаю, арбалет. Он обычные болты. У нас хватает на арбалет-то? Есть еще какой-то тяжелый там арбалет у нас где-то был. О, помощнее. А? Арбалета. Оп. Арбалет не жалко. Не видим, поскольку бьем. Не показывает нам. Но она нам мешается, эта личинка. В любом случае. Давай. Здесь бы пулемет какой-нибудь, а? А не вот это вот. А когда еще представится возможность пострелять с арбалета? Все-таки Dark Souls и арбалет несовместим. Все? Еще 11 тяжелых стрел, да? О! Какая жирная личинка. Мы хоть попадаем, интересно? Да? Да, хорошо. По 17. Слабый арбалет. Слабый. Стреляй, стреляй. Арбалет не требует выносливости. Конечно, плюс. У нас уже кончились... У нас уже кончились патроны-то. Болты, точнее, но... Суть одна. Все? А что-то щит-мишень, когда его там мы подобрали. А, ну он не стопроцентный. Небольшой круглый металлический щит. 4 выступа служат для парирования. Малые щиты не бывают прочными, но с ними легче наносить критический удар после парирования. Этот щит создан для парирования ударов. А, ну это... Такой щит против быстрых врагов, да, я так понимаю, вообще супер.
Так, а где наш лук? А мы с маленького стреляли? Да, с маленького. На этот нужен 14. Ладно, придется в тебя так стрелять. О. 1000 душ. 1000 душ. Ну, больше всего нас беспокоит толстячок этот, который нам мешается. Он нас сразу же видит и хочет нас сделать нам больно. Вроде не бежит. Если побежит, будет плохо нам. Будет нам плохо. Пиромантия, внутренняя сила. А нам пиромантия, мы не пользуемся. И все, мы же для этого сюда пришли. Проход, то есть где толстяк? Проход, где толстяк. А еще вот там лестница. Там лестница эта, которая вот здесь. Надо сходить посмотреть. Но это к собакам. Ой. Это к собакам или куда? Чтобы не пропускать уже так сильно ничего. Пам-пам-пам-пам. Ну-ну. Так. Один ты здесь был, да? Один, понятно. Орлиный щит. А это тоже большой щит, так ведь? Это же тоже большой щит. 16 силы нам хватает на... А, он 95. Почему 95 от физического-то? Хороший щит, но 95. А. Большой щит с изображением орла. Самый легкий и простой в обращении большой щит. Большие щиты очень прочные и эффективно отражают атаки. Этими щитами можно бить врага, но нельзя парировать удары. Ну, ничего страшного. Но мы бы взяли, но... Не, ну вот этот каменный щит, конечно, имба, просто имба. Эх, 38 силы, и мы просто будем здесь разносить. Разносить. Не, ну есть, конечно, щит Хавела, да? Но он внешне такой себе. Хотя это тоже может не очень быть. Не знаю. Ну, там какие-то крокозябры. Ах, нам бы до следующего костра дойти. Не просто дойти, а живыми дойти. Значит, здесь прохода... Ой-ой-ой, сейчас еще упасть. Здесь прохода нету. Эти вот собаки там стоят, это с той стороны. Да если бы мы от костра налево пошли и вниз прыгнули. Вернее, там слезли по лестнице. Что, нам туда идти, возвращаться? Или же... Если нас убьет толстяк, будет плохо, конечно, но... Если мы его убьем, а потом там пойдем туда, и собаки нас съедят, будет тоже не очень. Будем надеяться, что этого не произойдет. Оп. Какой ли ты страшный? Вот это плохо. А вот это плохо. Это очень плохо. Откуда он тут взялся? Мы ж на него не рассчитывали. Это что? Он идет? Нет? Где этот мелкий? Где этот мелкий? Как он вообще посмел? И откуда взялся?
Откуда ты взялся? Мешаются? В какой-то веке мы собрались драться с этим толстопузом. И тут на тебе. Давай, давай, иди отсюда. По спине нам успел дубинкой своей дать. Нехороший человек. Да. Я не успел увидеть, там еще один был или нет. Раз. Вот так. Бей. Оп. Еще три удара. Стагер. И все. Всего делов. Не такие они страшные, когда место есть. Здесь еще один должен был быть. А может и не один. Но один, видимо, катапультировался. Один, видимо, катапультировался. Он куда-то туда. Ну что, вернуться туда к костру первому? К собачкам? Не хочется прям так лут-то терять в открытую. Вот здесь проход. А внизу два моба стоят. Нам их надо выманить как-то сюда. Во-во-во. И не упасть вниз. И не упасть вниз, когда будем их бить. Спасибо. Очень круто. Ты, блин. Это страшно. Что ж вы такие страшные-то? Мы подхилимся. Так, вот, ага. Аккуратненько, аккуратненько. Есть место такое, да. Слишком узкое с ними драться. Все, все. Ну, по крайней мере, я их не слышу. Вроде как. О, господи. Ничего не видно. Заросли. Ну, это хорошая вещь. Нам от отравления, конечно же, нужны такие штучки. А здесь ничего. А здесь мостик, и там где-то собачки. Собачки, собачки. Мостиком мы можем легко навернуться. Вообще на изи. Вообще на изи. Как нечего делать. Как нечего просто делать кое-как. А зачем? Да что такое? О. Это была всего одна собачка. Здесь труп меня смутил. Это мы наверху были, видимо. Это мы были наверху. Собачку. Собачку, собачку. Ну что ж ты? Что ж ты не жаришь-то? Серьезно? Там еще уворачиваются. Они еще уворачиваются. А там было три собаки или четыре? Четыре. Или одна дохлая. Или одна дохлая. Что-то не видно. Дохлая это, нет? Да вроде дохлая. Это сверху они упали или как? Или сейчас оживут? Как же здесь плохо видно. Да, это вроде сверху.
А здесь тупичок, да. То есть мы здесь были, пришли, зачем? Прыгаю вниз, ага. Мы здесь были, чтобы вот это рисковать своей этой точкой. Серьезно, и все? Как же здесь опасно. Здесь что-то тоже лежит. Человечность. Ну, по крайней мере, человечность. А теперь как бы нам вернуться безопасно-то? Как нам безопасно вернуться, чтобы на этом мосту опять не навернуться? Почти навернулись там сейчас. Мостик бы какой-нибудь спрыгнуть. Ага. Прыгай, говорит. Прыгай. Здесь не получится. И здесь не получится. А, зря мы сюда тогда пошли, получается. И лестницы никакой нету. Даже элементарной. Сейчас, если мы упадем, то начнем вообще все заново. О, нет. Так вот просто. Обратно, в принципе, получилось нормально. Ну вот и все. Сходили, проверили. Ничего не нашли, кроме приключений. Вниз. А, можно здесь спрыгнуть вниз, если что. А стоит ли оно того? Вопрос. Наверное, нет, но... Наверное, нет, но все же. А нам куда? Здесь лестница должна быть тогда. А лестницы... А, вот она. И тут уже кракозябры наши внизу. А, ну мы уже видим здесь, да, вот. Вот оно все. Уже видим это болотце. Ну что, будем прыгать вниз? Если мы промажем, то мы упадем слишком низко. Слишком низко упадем. Как бы это ни звучало. Да неохота мне здесь уже лазить, если честно. Там полазили. Мы сначала исследуем здесь, посмотрим. Потому что я уже не помню. Вот эти дядьки как сильные. Отхилимся лучше. То, что они огнем жарят, это понятно. Здесь можем вниз, конечно, скатиться. И там где-то костер внизу. Но мы можем не найти его с первого раза, прям так. Пока будем под ядом. И враги будут мешаться. Ты как? Язычком каким-то нас бьет. Так. Понятно. Лучше их обходить вот так и нормально тогда. Безопаснее. Бей. Ага. Вот, ага. Кто он мне через щит-то будет пробивать? Мало ли. Значит, нам нужно аккуратненько ничего не пропускать. Вот здесь. Это мы спрыгнули бы сюда куда-то. Или нет, тут еще вниз куда-то есть. Еще вниз есть. Куда-то везде все вниз есть, и а я туда не хочу. Без костра не охота, потому что да, ни костра, ни телепорта нету, мы потом как будем все заново проходить с косточкой возвращения какой-нибудь. Не охота, не та локация, не та локация и не та игра.
чтобы тут исследованиями заниматься. Такими прям. А зачем мы спрыгнули вниз? Там лестница была нормальная, человеческая. А теперь ее нету. Мы можем запрыгнуть назад-то? Отлично. Мы не можем, да? Или он не прыгает. Не. Может, сюда запрыгнет, конечно. Может быть. Да. Еще бы он прыгал. Еще бы он прыгал. Нет, не хочет он запрыгивать. Где они там? Может. Оп-оп-оп. Лучник. Ну ты. Ну ты вообще не человек. Ты просто. Сказал бы я, кто ты? Как так? Можно. Куда ты прыгаешь? Ох-ох-ох. Вот это. Вот это засада. Вот это была сейчас засада. Оп-оп-оп. Вот это да. Вот это да. Лестница. Надо наверх. План фиаско. Как это мы так мимо? Лучник. Лучника надо завалить срочно. Плюйся и до свидания. Ох уж этот лучник. Так, хорошо. Вот это мы там навернулись. Капюшон странника. О, неплохой сет. Фальшион. О, неплохой сет, может сейчас... Нас не преследуют? Надо хильнуться. И почитаем сейчас, что там. Точно не преследуют? Эти летающие. Капюшон странника. Ну, конечно, капюшон есть капюшон, шлем есть шлем. Зато веса меньше, насколько она. 3 килограмма. Капюшон праздного странника. Сшито из прочной кожи, который защищает от ветра и дождя. Замечательно. Ладно, броньку прочитаем лучше. Куртка странника. Ну, да, зато намного легче. Намного легче. А как черный кожаный доспех примерно. Ну так. Только этот еще легче, но этот зато получше защищает. 400 прочности. То есть прочность хорошая. Куртка праздного странника, сшита из прочной кожи толстыми нитками. Путешествуя по миру, каждый рискует нарваться на неприятности. Эта куртка обеспечивает хоть какую-то защиту. Ну, так-то да. В принципе. Какую-то защиту обеспечивает. Ну ладно, пока не будем. Пока не будем. Если только от огня и яда, если там только защита лучше. А где это посмотреть? Так, от отравления чуть лучше. Где он? Где наш вот этот? Так, ага. Вижу тебя, говняшка, говняшка. Оп. Я так и знал, они где-то здесь. Они где-то здесь. Все? Чего там одна была? Не дают нам прочитать. Значит, чуть-чуть лучше. Да, по сопротивлениям оно лучше. По сопротивлениям оно получше. Я, наверное, сейчас даже надену. А, этот капюшон тоже? Ну, капюшон чуть-чуть. Даже не знаю. Стоит нам... У нас теперь перекаты есть. Да, у нас теперь есть перекаты нормальные.
У нас просто внизу отравление, насколько я помню. Этот сет очень будет кстати. У него повыше. Сопротивление. Так, а у нас наверху мы уже были. Там ничего не было, вроде. Ладно, сейчас загляну. На всякий случай. Не, здесь ничего нету. Ну и ладно. Эти ушли? Блин, вот эти мешаются. Эти мешаются. Здесь мы кое-кого поубивали. Хорошо. Летят. Или нет? Или не летят? Летят, летят. Но они нам мешаются здесь очень сильно. Они кровотечение вызывают. Но они, по-моему, бесконечные. Так что чем дольше будем здесь стоять, тем хуже для нас. Сюда? Как бы нам их... Здесь их слишком много. Для честной схватки. Для честной схватки вас слишком много. А у нас вроде были, еще были вот эти бомбочки. Что вы опять к нам лезете? Это что было сейчас? Что это было сейчас? Так, вот так? Ну-ка. Не бьет. Ну, естественно, огонь. Огонь, огонь не бьет. И что нам делать? Как нам их... Как нам их убивать? Ага, сейчас у нас... Сверху достанет, будет не очень. Там еще стоят. О, а тот куда делся? А, вот он. А тот там. Идем сюда. К примеру, этот упал вниз. Этого мы успели. Успели. Теперь этого. Тот стоит, хорошо. Все. А тот вниз упал. А тот упал вниз. Ничего страшного? Или он пойдет за нами? Неизвестно. Так, костер где-то там. Но если мы сейчас пойдем вниз... Там болото, отравление. Сразу же поймаем его. И нам... Конец. Нам нужно добежать до костра. Да что ты? Ну, конечно, отравление, естественно. 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 Бежим. До костра. Отравление нас бьет меньше. Но бьет. Но бьет. Оп. Там преследование такое прям не надо. А вот он костер, в принципе. В принципе, и нормально. Сейчас этих убить. Убить, чтоб не мешали. Ты к нам пришел, до свидания. Хотя. Ну, в принципе, нас не сильно бьет, мы можем не торопиться. Здесь что-то есть. Большая душа, ладно, пригодится. Теперь, значит, садимся у костра и дело в шляпе. Все? Ну вот и все.
Легко и просто, 10 тысяч. Прокачаемся уже в следующей серии. Подписывайся, лайкай, не забывай про колокольчик. И помни, данное видео сделано с душой.